В окружении картин именитых художников, работы юных творцов, студентов барнаульских вузов и художников-самоучек. Картины можно обсуждать, но после визуального восприятия сопровождает звук. Это особый проект вуза – коллаборация студентов-художников и музыкантов. И они, можно сказать, дополняют друг друга на непостижимом уровне, создавая такую исключительную квинтэссенцию искусности. Эмоциональные портреты, дивные пейзажи, академическая живопись, инсталляция. Это творение художницы-самоучки. Лилии, прорастающей на месте сломанного крыла, как символ поддержки человека человеком. Самая долгая моя картина, которую я писала, это 9 месяцев работы. Задумка этой картины была в том, что это борьба, борьба с собой, с обществом. Если ты даже чем-то недоволен или, скажем так, разрушен полностью, ты все равно заново, как скажем, зацветешь. Даже вот как раз-таки ассоциация того, что нет одного крыла, и оно полностью состоит из цветов. Даже если что-то разрушено, оно снова зацветет. Как раз инсталляциям, собственно, им до сих пор не обучают. И на современных конкурсах, которые проходят в сибирском регионе, нет даже таких номинаций за сибирское искусство. Поэтому, конечно, выдает их прежде всего какую-то трехмерность, использование неклассических каких-то материалов и средств. В это время мастера музыкального искусства исполняли классические произведения фортепиано и гитары. По словам преподавателя вуза, барнаульцы стали чаще посещать культурные события. Признает, современное искусство по-прежнему проигрывает классическому, но надеется, что это временно. Когда мы, вот, допустим, смотрим на футбол, мы все равно знаем правила, мы заставляем себя эти правила выучить. Почему, когда мы смотрим на современную картину, мы не даем себе возможность узнать о ней что-то, подумать, а почему сделал так художник. Поэтому современное искусство еще это такая тренировка нашего интеллекта. Тренировка и ценности времени. Вечер художников и музыкантов повторять не планируют. Единение искусств существует только здесь и сейчас. Ощутить это барнаульцы смогут во время будущих выставок. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.